Всем привет! Мы сегодня решили покататься по льду на нашем любимом болоте. Посмотрим, что получится, потому что на подъезде ко льду болото все еще не замерзло. Но это понятно, болото зимой замерзает очень неохотно. Но само озеро, вот небольшая лужа, на которой я стою, уже достаточно крепкие. На шерпе. Ужасные центробежные силы влекут нас наружу. Стирка. Стираем память. Да, да, да. Пока не стараемся, проломить лед не получается. Думали, протрем дырку шинами, но не протирается. В общем, из фигур доступны только восьмерки. Не, пончики. Восьмерки. Восьмерки. Кровые крючочки. Да, восьмерки как раз недоступны. Так проломить лед и не получилось у нас. Сейчас предпримем еще одну попытку с краешку. Может быть, он там потоньше. Есть. Теперь разворот. Может быть, получится лунку сделать побольше, пролом. Наконец-то мы его проломили, и шерп уместился в проломе полностью. Сейчас спускаем давление до где-то 30-40 и предпринимаем первую попытку выхода на лед. Не можем заснять выход на лед со стороны, потому что очень легко и просто шерф выходит на лед с двумя пассажирами, водителем и пассажиром. То есть, когда внутри у него около 200 килограмм спереди сидит, и достаточно неуверенно выходит на лед без меня. А так как я одновременно не могу находиться в двух местах, поэтому выход на лед показываем изнутри. Хоть это не очень будет визуально, эстетично, но... и вообще понятно, хоть что-нибудь. Что видит водитель?
Да, ну вот что мы видим, да. Сейчас мы выходим, попробуем вон там он выйти на лед и попробуем это как-то заснять. Сантиметров по 20. О, мы прям по ним едем. Друзья и дорогие подписчики, мы опять забыли записать концовку, поэтому буквально пару слов. У нас сегодня не взлетел дрон, прямо на болоте он решил обновить ПО и сделать это не смог по причине отсутствия LTE. Ну а видео из кабины на iPhone сами видите, какое получается. Все трясется, ничего не понятно, ничего не видно. Поэтому мы сделаем дубль 2 примерно через неделю и снимем выход на лед как следует. А этот видос мы назвали «Пончиковое». Пончики на льду получились отлично. Всех с наступающим, не болейте.